Привет всем хакерам и просто зрителям нашего канала. С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. И как вы заметили, мы находимся в довольно необычной для нашего канала обстановке. Многие наши подписчики задаются вопросом, где же на самом деле продаются эти самые утерянные чемоданы? Сегодня мы на этот вопрос ответим. Самое интересное то, что многие подписчики просто потому, что не знают, что такое аукционы и как они на самом деле проходят в России, думают, что это все просто новое и неправда. Но сегодня мы докажем обратное, совершенно обратное. Мы на ваших глазах купим утерянный чемодан и потом его распакуем. Прямо сейчас мы направляемся в так называемый аукцион, где и продаются эти чемоданы, сумки, все то, что было утеряно и не может найти своих хозяев, мы можем здесь купить. Вот мы и на месте, друзья. То самое место, которое на YouTube принято называть аукционом потерянных чемоданов, сейчас у меня за спиной. Но давайте посмотрим на вещи трезво. Мы с вами живем в России, и такое понятие, как аукцион, у нас вообще не сильно распространено. У нас это называется барахолки или же ломбарды, где мы можем купить утерянные вещи. В одной из таких мы сегодня. Прямо сейчас мы отправимся в этот комиссионный магазин и купим утерянный чемодан, который мы обязательно распакуем и посмотрим, окупились ли мы. И вы увидите за процедурой, между прочим, продажи. То есть почему это мы называем аукционом? Там можно поторговаться, друзья. Тот ценник, который мы видим, он не тот ценник, который мы можем купить. Надо всегда торговаться, чтобы урвать максимальную выгоду и постараться окупиться, конечно же. А нет, стойте, чуть не забыл. Кстати говоря, о сумках, чемоданах, которые теряются. Если вы тоже потеряли и хотите купить себе крутую сумку, как у нашей команды, есть отличный бренд Mark Ryden. Я в нем сейчас хожу, мой друг Игорь в нем ходит, и мы снимали распаковку. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите. Самое интересное, то что во время 11.11, покупая один рюкзак, вы сможете получить второй абсолютно бесплатно. Кроме шуток, Mark Ryden — это бренд, который вышел на рынок совсем недавно. И они делают очень крутые рюкзаки. И по самым-самым низким ценам. А тут вы можете получить два по цене одного. Так что давайте поддержим начинающих ребят и будем такими же крутыми, как команда VIA Industries. Ну и пошли уже покупать чемодан. Здравствуйте. Здрасте. Что, мы как обычно? За чемоданами. Да, за чемоданами. Сколько у вас их? Ну вот все, три осталось. Три всего штуки. Ну, то есть так вот и происходит процедура, прежде всего, выбора. Мы смотрим на чемоданы, там у них указаны у всех ценники, то есть это прям в открытую. И мы можем уже обратиться непосредственно к продавцу, спросить, откуда они, зачем они и так далее. И, может быть, даже поторговаться. Ну, там же, они же потерянные, то есть в них может быть что-то угодно. И для нас это как азартной игрой какой-то стало. Окупимся мы или не окупимся на ту сумму, которую вот отдаем за чемоданы. И нам же всем очень любопытно, что там внутри. Ну что, расскажите, из того, что есть-то, откуда они вообще приехали, эти чемоданы? Ну вот этот, который самый крайний, самый ближний к нам. Его нашли, оставили в аэропорту, забыли. Тот, который синий, его забыли на вокзале, на автовокзале. Ну. А который вот самый последний, самый дорогой, то есть у него такая самая интересная история. Его принес молодой человек ночью. Сказал, что нашли его в машине заброшенной, в лесу. В лесу? Есть, да, в багажнике. Так. Он не скрывался, на самом деле, он довольно-таки тяжелый. И что там внутри, мы сами не знаем. То есть тот чемодан принесли ночью из заброшенного автомобиля, который находился в лесу? Ну, по словам этого человека, да. Это... Офигеть! Жесть! Это, то есть, блин, это очень интересно. Может быть, что-то. Блин, и сколько он стоит? Ну, вот он по этой цене. 15,5 тысяч рублей? Черт, друзья. Самый большой, самый грязный из всех чемоданов, которые там стоят. Естественно, мы будем его брать, потому что, ну, нам на меньшее вообще не интересно. Пусть другие блогеры вскрывают чемоданы из самолетов, из аэропортов. Наш будет из заброшенного автомобиля. Так дорого, капец, конечно. Чем может, ну, мы не первый раз же уже покупаем, может, скинете сколько-нибудь. Ну, то, что не первый раз. Ну, хоть что-то. Не, конечно, приведем, безусловно. Да? Да. Короче, все, берем. Давайте его.
15 тысяч, друзья, ради вас. Я думаю, мы обязаны собрать под этим видеороликом 10 тысяч лайков. Собираем, и мы сразу же выкладываем ролик про то, как мы будем распаковывать этот чемодан из заброшенного автомобиля. Спасибо за покупку. Да. Спасибо, сюда. Спасибо. 15 тысяч, ребята. Все, давайте нам наш чемодан. Да! Просто дофига всякого барахла, наверное. Он очень тяжелый. Кстати говоря, в подобных магазинах можно купить да вообще все, что угодно. Начиная айфоном, заканчивая вот чем-то совершенно мистическим и неизвестным. А что внутри, мы узнаем совсем скоро с вами, друзья. Он очень тяжелый, ребята. Придется явно заказывать таксишку в этот раз. Обратно мы его увезти уже не сможем таким же макаром. Все, друзья, в следующем видеоролике, когда мы набираем под этим необходимое количество лайков, мы распаковываем его и показываем содержимого этого потерянного чемодана. С вами был я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. Продавец сказал, что на следующей неделе будет завоз, так что завозите фуру лайков на наш канал, и мы будем хоть каждый день для вас распаковывать новые потерянные чемоданы. Напоминаю то, что подписываться нужно обязательно, чтобы не пропускать наши самые интересные, самые крутые ролики. Повторюсь то, что меня зовут Вячеслав Исмаилов, или же Вия. Пока-пока-пока.